Всем привет! Сегодня у нас в гостях Ford Escape вот такой. Немножко его обидел велосипедист. Вот здесь упал рулем и тормозами. А здесь, по идее, попом согнул дверку. И вот мы будем эту дверку теперь разбирать. Посмотрим, как она разбирается. Вот. Все машины, в принципе, примерно одинаковые, но везде что-то бывает по-разному. Вот для того я и снимаю свои видео по разборке. Кому-то пригодится. Иногда бывает, сам смотрю, что-то надо разобрать. Вот. Ну что, тут как у всех, вот 4 болтушочка, ограничитель. И надеюсь, что здесь электроразъем. Ну, начнем потихоньку разбирать. Как обычно, я начинаю разбирать вот с этого места. Сверху. Ну что, продолжим осмотр. Значит, здесь вот заглушка есть. Проводим по низу. По идее, тут все на клипсах, кроме как вот одно место. В торце здесь шпенечек торчит. Дальше вот он. Шурупчик у нас есть. И вот она заглушечка. Вот снимаем сейчас здесь, здесь, здесь и здесь. И попробуем отщелкнуть. Бывает иногда, что вот эта штука, я ее так попробовал, она не хочет идти. Не будем ломать. Попробуем сейчас так снять. Бывает вот здесь шпенечек торчит, и где-нибудь здесь он прикручивается шурупом. Поэтому, чтобы ничего не сломать, лучше аккуратно отстегнуть вот эту вот штуку. Вот, и потом посмотреть. Значит, вот здесь поддеваем иголочкой, он выщелкивается. Вот такой вот гвоздик. Вынимаем. Это раз. Вот он вот так щелк сказал и выскочил. Это у нас раз. Здесь вот такая красота. Поддеваем тоже иголочкой. Вот, там видим шурупчик. И здесь вот такая штуковина. Самый лучший вариант вот отсюда снизу. Здесь есть такая прорезь. Чем-нибудь тоненьким шильцем каким-нибудь поддеваем. И вот такая красота выходит. Так, вот так. Поехали вот дальше. Берем вот здесь шурупы. И вот эта красота вынимается вот так. То есть вот так она сюда вынимается и потом вот так выходит. Подосвободили. Хорошо. Идем дальше. Вот такую пластиковую лопаточку специально обученную. Ну, я вот здесь в районе фонаря поддел. Все вышло, как мы видим. И как я и догадался, вот эта вот красота от зеркала. А что вон она где? У нас находится. Вот он у нас единственный, как мы видим, здесь электроразъем. Снимается просто. Вот этот выступ надавил, и он выходит. Вот такая у нас получается накладочка декоративная на дверь. Вот они, пистоны, их куча. Все нормально вышло, ничего не поломалось. Это очень хорошо. Ну что, теперь будем снимать вот эту пленочку потихонечку, вот так, и посмотрим, что у нее там внутри. Вот, в этой двери. Вот отсюда единственная защелочка здесь. Извиняюсь, неудобно снимать. Вот она здесь защелкивается, и здесь потом вот она, ответочка, вот этим вот таким красивым саморезом через обшивку придавливается. Что хочу сказать еще. Вот эта вот смола очень почкулистая. Руки сразу становятся чисто красивыми. Пытаются стать черными. Ну что еще здесь? Вот он, усилитель идет.
и он выходит вот сюда. Вот мы видим. То есть уже не разбирая дверь, кому если надо, вот он идет туда ровно. Он один единственный. И вот он вверху тоже усилитель у нас. Такой. Идет на дверь. И остальная вся дверь, вон она голая, босая. Так что вот так по двери у нас идет усилитель. И вот его сварочные места. Ну что, поехали дальше. Такая снимаем дверь. Вот эту пленочку я сразу аккуратно положил. Еще раз повторюсь. Вот такие чистые руки стали сразу. Вот, ну ничего. И смотрим, что у нас здесь. Ограничитель дверей. 4 болтушочка и электроразъем. Но я пока что снимать его не буду. Ну и вон там, как говорится, видно и слышно, что там электроразъем. В принципе, надо будет, если 5 болтов открутить, снять. Вот он, видно. Электроразъем пластиковый. Вот, и можно снять дверь полностью, если в этом есть необходимость. Вот так разбирается дверь на такой машинке. Да, еще забыл. Вот здесь вот, когда снимал пленку, вот так вот прикручивается. Это как раз вот там, где прикручивается саморезик у нас. Вот это тут маленький. Вот. Вот. Ну вот, на этом и все. Дальше уже будем смотреть, заниматься. Как видно из внутренности двери, вот здесь вот идет такой усилок у нас, усилитель. То есть вот здесь вот большая часть вот этой маленькой вмятины по ребру идет под усилком. Все, всем спасибо за внимание. Дверь, считай, мы разобрали. Но я думаю, тут проблем нет. Допустим, если надо снять зеркало, вот три самореза выкрутили. И вот папа, мама, тут рассоединить тоже проблемы нет. И снимается зеркало. Единственное вот отличие. Раньше я, насколько помню, на многих машинах вот сюда выходит вот этот вот папа-мама. А тут вот так сделано. Ну, на Форде там им виднее, ребята. Ну, вот, собственно, и все. Все, всем спасибо. Пока-пока.